Россия борется против Украины. Это Россия оккупировала Крым. Это Россия борется со своим вооружением, со своими деньгами. Если бы Россия не финансировала этих бандитов, там бы никакая война не шла. Это реально. То же самое было и в Грузии. Россия больше 20 лет старался и финансировал якобы сепаратистов. А потом играл роль этого, как я, миротворца. В конце это закончился бомбежкой территории Грузии. Да? Поэтому давайте все назовем своими именами. Это война тоталитарного Путина, тоталитарной ментальности против свободной Украины. И вы в эту войну должны победить. Прошу вас.